явка на 17.30 в целом по городу и району составила 68,78%. Если рассматривать между городом и районом, то жители района оказываются на сегодняшний день наиболее активными. Явка их составила более 80%. Ну, можно отметить, на сегодняшний вечер, вот на это время, наиболее активные избирательные участки – это 42.01 город, городского поселения 58%, 42.10 – 60%. 42.13 – 71%. Но если рассматривать избирательные участки, явку на избирательных участках по району, то наиболее активными мы можем назвать это Кировское поселение. Явка избирателей в целом по поселению составляет более 86%. Высокая явка в Коржевском сельском поселении – более 83%. При Кубанском – 93,5%. Поэтому на сегодняшний день, если рассматривать, то жители района, города и района проявляют активное участие в выборах. Ну, на сегодняшний день нету никаких грубых нарушений на избирательных участках, все идет в норме, комиссии работают. Ну, хотелось бы обратиться на сегодняшнее время до окончания выборов к жителям города Славянска на Кубани. Найдите время и придите на избирательные участки, отдайте свои голоса за достойных кандидатов.